По традиции, в Ленинском районе в ночь с 18 на 19 января будут организованы места для массового купания. Из года в год сотни жителей приходят к купелям в крещенскую ночь, чтобы окунуться. Для одних это дань традициям, для других – дополнительная закалка организма. За несколько дней до праздника крещения на подходящих водоемах оборудуют купели. Затем, как все сделано, следит Госсанэпидтехнадзор. Обращают внимание на подъездные и подходные пути, на отсутствие наледи и мусора. Каждое место для купания должно быть оборудовано перилами и ступеньками, чтобы пришедшие не получили травм. Сейчас мы находимся в деревне Калиновка. То есть есть небольшие замечания, такие как мелкий бытовой мусор на территории. Вот. Но данные правонарушения уже будут устранены в сам праздник. В Калиновке купания будут проходить в течение 3 часов, начиная с полуночи. А на пруду в деревне Пуговичино купание организует Ильинский храм. Здесь мероприятие состоится с 0 до 2 часов ночи. Подходы к данной купели очищены от снега. Данную купель оборудована ступеньками, вот что облегчит купание людям. Особых замечаний тут не выявлено. На большинстве мест для купания уже в момент праздника будут оборудованы пункты для обогрева и переодевания. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций будут дежурить врачи, сотрудники полиции и спасатели. И средств спасения на местах купания будут средств спасения на воде, такие как веревки, лестницы. Также на всех местах купания будут дежурить сотрудники МЧС, это порядка 20 человек на весь район. То есть порядка 2 человек на каждом посту, скажем так. Места купания планируется посетить порядка 4200 человек по аналогии с прошлым годом. Всего в Ленинском районе для крещенских купаний организовано 11 мест. Для жителей Видного проще всего будет отправиться на водоемы в Калиновку или в Пуговичино. Также купели будут расположены на территории храмов поселка Измайлово, села Беседы, на пруду в деревне Опаренки. Кроме того, окунуться можно будет в поселениях Молоковское, Володарское и совхоз имени Ленина. Дмитрий Книга, Алексей Руднев, Сергей Ларин, Видное ТВ.